22 февраля Авторадио Чита совместно с Забайкальским управлением ГИБДД поздравили читинских мужчин-автолюбителей с наступающим Днем Защитника Отечества. В центре Читы, на площади имени Ленина, инспектор останавливал автомобили, и водители получали свой подарок. И сегодня те водители, которых останавливают сотрудники ГИБДД, не испытывают никаких негативных эмоций по этому поводу, потому что тут же им подаряют сотрудники Авторадио, поздравляют, дарят подарки. Всего Авторадио Чита подарило своим слушателям подарки на сумму 130 тысяч рублей. Среди них сертификаты на покупку в автомобильных магазинах города, сувенирная продукция с логотипом любимой радиостанции и многое другое. Автолюбители не остались в долгу и также поздравили авторадийцев и всех мужчин Читы. Поздравляю всех автолюбителей города Читы с праздником 23 февраля. Желаю удачи на дорогах и меньше происшествий. Всего самого наилучшего, конечно же. Надо сказать, что во время акции инспектор ДПС выявил несколько нарушений ПДД. Однако автолюбителям повезло, и в честь предстоящего Дня Защитника Отечества они отделались только предупреждением. Уважаемые мужчины, особенно водители, от управления госавтоинспекции я поздравляю вас с праздником, Днем Защитника Отечества. Желаю быть всегда законопослушными, ведь удача на дорогах зависит от взаимопонимания, взаимоуважения и терпения на дороге. Будьте внимательны, будьте джентльменами на дороге. Об этих и других событиях читайте на сайте zabmedia.ru.